На площадке Бердск в оранжевом и Барнаул. С первых минут гости задали тон всей игры. Почти каждая атака заканчивается результативным броском в корзину. Успешно игроки реализуют и штрафные. Бердчанам не хватает опыта. Этот состав сформирован лишь осенью прошлого года. Частично усилен ребятами второй сборной города, которая считается фаворитом турнира. Вот, допустим, я сегодня только пришел в эту команду. Вот, и провел всего две тренировки. Между собой какого-то понимания нету немного. В турнире участвуют юноши 2010-11 и 2012-13 годов рождения. Для юных спортсменов особые правила. Каждый из четырех периодов длится по 8 минут вместо 10. За это время Барнаул успел набрать 34 очка, бердчане лишь 14. Мне нравится то, что это команда вид спорта, то, что тут решает не один человек, а вся команда. То, что много соревнований. Ну, то, что очень многие люди знают этот спорт. И можно прийти в любой двор и поиграть в баскетбол. Первые три дня проходили игры за выходы из групп. Борьбу за медали продолжают команды, набравшие большее количество очков. Кто-то приехал на турнир только за опытом, как, например, сборная Искитима. В Искитиме я начал работать в этом году, ребят набрал в этом году. И, соответственно, мы, получается, учимся сейчас у всех своих соперников. Пытаемся догнать, наверное, стать упущенным. Вот, поэтому сегодня играли с Бердском, достаточно опытной командой. Вот, и свои шаги вперед мы делаем. Юношеский турнир по баскетболу посвящен памяти тренера Александра Воронина. Он создал первую секцию этого вида спорта в Бердске в 1956 году. Не единожды приводил команду города к победам на крупных соревнованиях.